По данным наблюдателей, представительства ЛНР в СЦКК с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ. На Попаснянском направлении боевики 92-й бригады под командованием военного преступника Федосенко подвергли обстрелу район населенного пункта «Золотое-5» из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, выпустив 5 гранат. Жертв среди мирного населения, разрушений домов и гражданской инфраструктуры не отмечено. Данный факт – нарушение комплекса дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующий о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в СЦКК. Указанный обстрел велся боевиками ВСУ неприцельно и не представлял опасности для мирных граждан и инфраструктуры населенного пункта. Обстановка сегодня крайне неспокойная. По окончании учебного дня начались обстрелы, то есть возникла такая напряженная ситуация. Да, стреляли за поселком, школа цела, возле школы ничего не было. Громкие разрывы слышны, но сейчас тихо, сейчас нормальная обстановка, да. Обращаю внимание общественности, представителей СМИ на распространяемую в социальных сетях информацию о якобы целенаправленном обстреле со стороны ВСУ жилых кварталов и школы населенного пункта «Золотое-5», которая не соответствует действительности и направлена на обострение обстановки.